Ну что, дорогие друзья, Шевольдочка снова с вами в прямом эфире. Вот. Хотела сказать, что мне безумно хочется подкачать еще губы. Вот. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, стоит ли мне подкачать еще губы и сделать еще чуть побольше скулы? Привет, привет, мои дорогие. Не слышно? Как не слышно? Слышно, а меня нет? Не слышно? Может, микрофон закрывать? Может быть, вот так. А может быть, подождите, вот так слышно? Вы можете сказать? Слышно меня, любимые мои? Слышно. Ага, спасибо. Теперь я. Да, да. Вот, мы сидим. Мы сидим такие вот красивые. И пьем как тупешницы. Апероли. Вот. Спасибо большое. Дорогие друзья. Мне скажите, пожалуйста, кальяны, я люблю легкий дымный кальян, мне нравится без лимона и мяты, что-то свежее, что-то сладкое, неважно, микс какой-нибудь приятный. Хейтеры подъехали. Хейтеров у меня очень много, вот я вот... Спасибо за сочные губки. Я вот хочу еще подкачать. Скажите, нужно мне это делать или нет? Я прям вся в смятении, я не представляю. Вот, скажите мне, подожди. Ага. Скажите мне, пожалуйста. Еще я подсела вот здесь в Грузии, вот на такие штучки, вот. Вайб. Сосушка, конечно. Сосушка, сисюшка. Да, я тоже думаю, что я подкачаю еще губки. И вот почему я потребляю алкоголь, чтобы вот у меня скулы выросли, а чёки были. Вот. Нет, ты и так красотка. Ну, спасибо большое. Очень приятно, очень. Я не знаю, правда, как мне быть. Я прям... У меня есть хороший косметолог, который может сделать из меня еще больше красавицы. Вот, господи, какая я милая. Какая я милая, какая я красивая. Это не фильтр, это я. Натуральность. Это натурал. Ой, подождите, у меня неровно. Неровно сисяо мои. Вы что, лесбиянки? Конечно. Мы лесбиянки. Мы пропагандируем бисексуализм. Классный лосин, где покупала и за сколько? Это мне подарок сестры моей. Куда уже больше? Да нет, я считаю, что они маленькие. Посмотрите. Господи, это приятно. Какая я красивая, знаете, постоянно подхожу к себе в зеркало и говорю себе. Боже мой, что это за девочка королева? По документам я овца. Я по документам овца. По документам овца, а в душе королева. Королева в душе, по документам овца я. Хочу в ТикТок загрузить видос, сняла, блин. Не могу, представляете, меня выкидывает из него. Печалька. Так. Я не знаю, конечно, я вообще писать еще хочу. Иди с подписчиками. Да, я пойду с вами, хотите писать вместе со мной? Саша Шабарин писал тебе, что Шабарин, это вообще кто такой? Лесбиянки, что, обезьянки что делают? Лесбиянки, я уже все, меня, блин, заразили этим лесбийством, я уже не могу даже. Мозг засел. Да-да. Ты супер, прям мужский, взрыв мужских фантазий. Спасибо, спасибо, мои Ой, родные. Видео последнее пусть посмотрят. Да, посмотрите. Да, привет, Сорска. Сорска, привет. Ше, ахаха, да, я Ше. Шева.
Что еще? Напишите мне какие-нибудь вопросы. Орску большой привет. Ты что с собой сделала? Точно обезьяна. Я накачала губы, скулы. И теперь кайфую от себя. Мне очень нравится. Вот. Я не знаю. Не знаю, может, блондинку перекрасить? Ой, я, кстати, мне маска не работает. А я... Тамбов, привет, Саша, ты красотка, спасибо большое. Спасибо вам большое, давайте, подписчики. Больше, больше, больше. Активность. Больше активности, хочу больше просмотров. У меня Шевольда занимает очень много, большую позицию, крутую. Она у меня всегда набирает очень много просмотров. Они тупо не понимают, что это маска. Нет, Саша, писай в штаны, все равно кожа не будет видна. Ирина, спасибо за лайфхак. Но мне будет неудобно, мокро. Я еще не знаю, в каком месяце в Орск. Мне 26. И не говорите правду, тупые. Классно, спасибо. Сосать будешь? Конечно, буду. Буду и сосать, и лизать. Все буду делать. Все, что скажете вообще. Прям сейчас сделаю. Вот уже сосать начинаю. Мою сосалку. Губа трясется у меня, смотри. У меня нервный тик. Нервный тик. Можешь головку впустить? Конечно, конечно, конечно. Могу головку. Могу все вкусить вообще. Могу просто... Я все, все просто в рот беру. Я беру в рот все. Все, что вот, блядь, это... Все полезное, что в рот полезло, как говорится, дорогие. Все полезно, что в рот полезло, мой рот полезло, поверьте. Дорогие друзья, корки. Я говорю, что как бы мой рот — это божественная вообще реальность. Там просто такие целебные слюни. То когда сушняк, оно не действует. Супер маска, просто класс. Мне очень нравится вообще. Это не маска, это я. Это я. Жаль тех мужчин, которые предлагают тебе, просто их никто не хочет. Которые предлагают себя. Просто их никто не хочет. Я тоже так считаю. Мне тоже жаль таких мужчин, которые себя предлагают. Эд, это ты? Эд. Эд. Эд, привет. Как тебе, Шевольда? Это не маска, я же вам говорю, если была маска, она бы на нее тоже действовала. Ты никому не нужна. Конечно, я никому не нужна. Зато вы всем нужны. Новотроицку привет, исцеляющими нет. Очень исцеляющий. Моя целебная слюна, это просто, наверное, я не знаю, что-то такое особенное для людей, для мужчин, для девушек. Неважно. Я харкаю, когда вот башня харкаю, вот беру и прям такое. Исцеляю все. Исцеляю, да. В лицо тоже могу харкнуть, она тоже кожу лечит. Слюновая. Кожу лечит, все лечит. Я говорю, прям исцеляюще. Саша, ты с маской, красотка. Ирина, спасибо большое. Тот, кто пишет, никому не нужна, злые обиженные люди. Олечка, правда, спасибо тебе большое. Куда ты губы уходишь? Вроде уже увидели, что ты изменилась. Это все опероль, дорогой. Говорят, что даже от ковида лечит. Поговаривай, конечно, моя слюна особенная. Кому в рот харкнуть, ну, чтобы от ковида вылечилась? У меня ковид вот не берет, у меня иммунка просто, у меня... С детства, оказывается, антитела какие-то иммунитетные. А вот. Ваша дочь с кем? С мамой. Вот. И, короче, вот так. У кого ковид, говорите. Я сразу помогу. Поделюсь. Вам. Помогу вам, мои. А если у меня была третья губа? Слюна с санитайзером. Да. Эта слюна, она не только с санитайзером. Я еще побывала в Боржоми недавно. Горячий источник. Я пила очень много воды. Прям вот с этого
с этого источника, с этого, как это, ключ, да, там, на ключ же есть, да. Вот, я очень много выпила боржоми, поэтому у меня очень-очень целебная слюна. Саша, продай слюну свою, может, людей спасешь. Конечно, продам. Я сейчас вот возьму, Ирина, закажу пробирки. Сделай свою вакцину. Сделаю свою вакцину. Вакцину. Вот. Я сейчас скрин сделаю, вечером буду ржать. Давай. Еще глаза так сделай, типа. Сделал? Это... А вечер, скажи, когда у тебя по времени вечер? Просто время уже 9. Да, кстати. 9 вечера, а ты говоришь вечером. Мы уже заждались. Вау, мои губы куда-то уходят, когда мои... Оп. Угу. Оп. Это просвечивающий вейп. Видите, он просвечивающий. О, смотри, какой. Через губы. Да-да. Дорогие друзья, если кто-то мат, кто-то будет выражать по перебаню ВКонтакте, Саша, дай тебе. Андрей, хорошо. Хорошо. Готовься. О, ну все, мы тебя готовы. Ждем, когда ты приедешь. О, поздно так. Ну, мы уже набухаемся апиролей и будем себя чувствовать хорошо, поэтому будет шевольда без маски уже. С тобой маской пьяной. Потому что мы сегодня хотели не пить, но, увы, сегодня пятница, и она сразу дала на себе сразу. На чем я называю? Нравится? Посмотри. Я как-то тут в прямом эфире красила ресницы. А что там с венерами будет не так-то? Да нет, я, кстати, красила этот ресницы, как будто, знаешь, в прямом эфире. Они говорят, блядь, отойди, а я в зеркало. Блядь, дура скажет. Бля, губы где? Вот они. Нальчик, гости. Сашенька, лапочка, что ты сделала с собой? Да это маска. Маска это. Оп. В принципе, не сильно меняется. Лицо не сильно меняется. Блин, ладно, мало вас, ребят. Ладно, буду выходить с прямого, что-то мне не нравится. Это еще маска чуть не зашла. Нет.